Видеокурс «Эффективные методы и системы физподготовки». Увеличь свою силу удара, выносливость и взрывную мощь. Ссылка в описании под видео. Привет, боец! С тобой проект Muay Thai CK, я Варченко Виталий. Сегодня я хочу тебе показать очень хороший, очень тяжелый комплекс с минимальным инвентарем, который можно делать и дома, и в зале, и где угодно. В этом комплексе ты будешь делать 10 упражнений. Каждое упражнение делается 1 минуту без остановки в ровном темпе. Между упражнениями 15 секунд отдыха. Вес снарядов ты подбираешь под себя. То есть гирьку можно брать там 8-16 килограмм под себя. Первое упражнение — махи гири двумя руками. Классическое упражнение, очень простое. Главная задача в этом упражнении — держать спинку ровную и при махах выталкивать себя ногами, то есть делать легкий присед. После первого упражнения, как я уже сказал, мы отдыхаем 15 секунд. Второе упражнение — кошачьи отжимания. Довольно необычное упражнение. Задача этого упражнения — представить, как будто ты пролазишь под палкой. Нужно пролезть под палкой, выровнять руки и назад уйти также под палкой, подняв таз. Третье упражнение — велосипед, локти до колен. Очень хорошее упражнение, на весь пресс задействуют и косые мышцы пресса, и верхние, и нижние. Довольно тяжелое тоже упражнение. И следующее упражнение — это бёрпы с выносом ноги в сторону, но без отжиманий. То есть, приняв упор лежа, ты выносишь в сторону правую ногу и поднимаешь при этом левую руку. И наоборот. И снова отдых после упражнения. Следующее очень интересное упражнение, которое прорабатывает весь плечевой пояс. То есть мы берем гантельки, достаточно 2-3 килограмма. Если, конечно, ты монстр 100-килограммовый, можешь брать 5 килограмм. И делаем по 2 повторения. Разводы в сторону, подъем перед собой и разводы в наклоне. Таким образом мы прорабатываем все пучки дельт, средний, передний и задний. Довольно тяжелое такое упражнение, очень хорошо грузит плечи, что очень важно для ударов руками. Следующее упражнение — это прыжки в выпаде на одной ноге. Также очень тяжелое упражнение, я сомневаюсь, что кто-то из вас сможет его сделать минуту без остановки. Если у кого-то это получится, напишите в комментариях, а лучше пришлите видео. И ролик для пресса. Возможно, не у каждого будет этот снаряд, поэтому его можно заменить планочкой ходьбой на руках. То есть ты становишься в планочку и ходишь руками вперед-назад, имитируя как бы поездку на ролике. Очередное наше упражнение — это восьмерки гиря между ног. Очень необычное упражнение такое, я думаю, мало кто из вас его видел. Сказать, что оно там очень сильно что-то прорабатывает, не могу, но оно интересная работа на координацию и на хват. Снова отдых после нашего очередного упражнения и работа на выносливость. Бег на месте с подъемом колен. Очень важно колени поднимать до пояса. Не халтурить, не поднимать до колени, а поднимать до пояса. И очередное такое жесткое упражнение — это апперкоты с гирей по 5 раз на руку. То есть мы делаем как бы махи, имитируя апперкот. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, забирай видеокурс по физподготовке в конце и в описании под этим видео. Настойчивости в тренировках!